Всем привет, друзья! Это канал Туманов Плей. С вами я, Владимир, и мы играем в Uncharted 2. Ребята, продолжаем приключения Дрейка. Путь света называется глава, и мы пришли в какое-то помещение огромное, где вот просто падает луч света. Здесь что-то активировать надо. Будем пробовать. Подсказка такая, что надо направить луч. А куда направить луч? Будем искать. Будем искать, куда направить луч. Так, а что у нас по журналу-то по-нашему? Может, какая подсказка луч. Есть? Давай глянем. Ой, что так светло здесь, а? Что ничего не видно. Прям надо отойти. Надо отойти отсюда. Давай смотрим. По-любому где-то здесь есть. Есть что-то интересное, что нам может подсказать. Как правильно направить луч света? Ага, вот что-то похожее, да? Или нет, или это не то? Так, 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 так. Ключ. Angry Eddie. Так. Не знаю, пока я не понял. Ладно, давай будем пробовать. В общем, в чем прикол здесь? Помимо того, что вот один отражатель есть, стоит еще вот один, еще один. Если его, ну, направить, то есть надо, чтобы направился на него луч света. И там еще вон один. Где еще? Вон с той стороны, похоже, тоже. Что мы можем сделать? Да куда ты пошел, блин? Мне не надо было падать. Вернулся обратно. Так, раз у нас этот луч направляется только либо сюда, либо туда. Давай пробовать. О, влево-вправо почему-то он не идет. Влево-вправо не идет. Влево-вправо не идет. А что делать? А как переместить тогда? Так, ну допустим сюда направили, ладно. Где может быть еще свет? Я так думаю, что это не один же источник света будет. Значит, где-то надо еще найти, чтобы свет падал. Ой, разбился, блин. Так-то бы поймать луч света, я бы его направил бы куда-нибудь. Ага. Ну надо искать, потому что я не знаю пока, что тут сделать. Может, они нужны, чтобы направлять лучи света? Да это я понял, что направлять лучи света. Ну хорошо. Ну вот я направил. Я направил. Пусть он будет так. А, подожди. У меня же ключ есть, давай повернем. Вон там он пытается. В тот раз я вставлял ключ, вон там, мне кажется, тоже можно ключ вставить. Вот сюда ключ вставляй. И поверни, все будет хорошо. И, наверное, еще лучи света появятся. Сейчас увидим. Так. По крайней мере, первый клинок опустился. Нам что, надо все клинки опустить, да? Есть, осталось два. Осталось два. Думаешь, придется влезть на эту штуку? Похоже, мне придется туда залезть. Ну, пошли залезем, только как? По клинку поэтому, может быть, а?
Давай попробуем. Да это отойди, вот сюда, сбоку надо. Вот, точно. Все хорошо, значит, все правильно идем. Залезу повыше. Может, оттуда лучше видно. Чтоб жизнь малиной не казалась. Будем лазить по клинкам. Что-то совсем высоко, да? И куда идти теперь? Во, наверх можно залезть. Ай, держись, Дрейк, ты чё? Тихо. Только, говорит, не свались. А я чё, блин? Куда идти-то? Слушай, вот тут тоже отражатель есть. Но мне, походу, надо по клинку поэтому вот идти. Ай, Опасно. А внизу это казалось хорошей идеей. Внизу, да. Внизу всегда кажется хорошей идеей. Куда теперь-то? Осторожно. Ох, ничего себе забрался. Блин. Еще свет, да? Вон там ступеньки какие-то. Это где, получается, ступеньки-то открылись? Где-то показали ступеньки. А вон ступеньки. Что-то еще, может, надо где-то активировать, а? Ну ладно, мы хотя бы забрались вот сюда. Но что здесь надо еще сделать-то? Луч света. А, вон луч света, смотри, вниз. Вот. Луч света начал вниз лупить. А что там лежит? А что здесь лежит? Это сокровище, ребята, нормально. Давай посмотрим, что дали. Медная маска. Это уже пятое, кстати, сокровище. Все, вон один лучик уже заработал еще. Там, а нам эти ступеньки дали для того, чтобы мы смогли спуститься. Сейчас Дрейк спокойно спустится здесь. Не разбившись, так сказать. Если бы прыгнул, все. Хлоя. Вот, сейчас Лена теперь... Ой, Лена, говорю, Хлоя сейчас воспользуется отражателем, сделает. Молодец. Так. И куда лупит? И что теперь? Погоди. А, теперь я должен сделать. Уже совсем близко. Теперь куда я должен направить? Смотри, от лампы куда-то еще отражается. А оно нам надо, чтобы оно туда отражалось? А, подожди, а если я... А, вон туда я не могу попасть, прикинь. Туда не могу, ну давай... А если в эту лампу? Не, ну куда-то же надо направить, а? Так, она направила сюда. Я могу направить... Ну, наверное, в эту лампу, я не знаю. Давай смотреть. Что получилось-то? Куда свет лупит? А, вот что-то загорелось. Все, вон глаза открылись. Давай теперь включаем этот ключ. Втыкаем. И смотрим, что будет теперь. Готово. Вот. Лезвие второе опустилось теперь. Нифига тут, блин, придумали вообще, а? Слева от тебя. Есть. Нормально. И чё мне теперь, куда лезть? Теперь мне, похоже, по второму клинку надо лезть, да?
Стой, с этой... Нет, подожди, я не с этой стороны лез. Я, по-моему, вот... Вот сюда надо, мне кажется, теперь. Какой клинок-то опустился? Ну ладно, пофиг, полезли. Сейчас разберемся. Еще один клинок. Так, я уже забыл, с какой стороны-то лезть-то. Допустим, сюда. Не, что-то не так. Мне кажется, надо с той стороны, с внутренней ползти. Давай сейчас попробуем отсюда. А, нет, здесь никак. Еще раз. Еще раз сюда пробуем тогда. Нам надо еще один будет источник света запустить. Вот, ну мы сюда так и лазили, по-моему, да? Ну теперь-то... Теперь что-то по-другому будет, наверное. Сейчас залезем. И посмотрим. Чё теперь? Чё поменялось-то? Ничего не поменялось, мы просто... А, подожди, может... А, всё правильно, смотри. Теперь мы с другой стороны. Не смотреть. Да хорош ты, опять что-то поломалось. Все, клинок поломался. И как теперь открыть этот глаз? Вообще, блин. Что теперь делать-то? Как открывать? Да, давай стрельнуть. Вот глаз как открыть надо было. А, сейчас клинок вместе со мной опустится. Лампа сейчас оторвется, блин. Что происходит? Ладно. А куда мне теперь деться? Ну, свет пошел. Свет пошел, все нормально. Куда он бьет? Так, а мне-то как спуститься теперь? Надо, чтобы Хлоя вон там направила. Ну-ка, наверх, может быть. Я если прыгну, я могу разбиться здесь. Ну пробуем. Ай, зацепился хорошо. Вот здесь надо будет клинок воткнуть. Все нормально, значит. Осталось поправить другой отражатель. Давай, Хлоя, поправляй. Мы сейчас все сделаем с тобой. Я тоже сейчас направлю. Свет, ты сюда направляй, я буду направлять другое место. Нам надо в эту лампу направить теперь. Готово. Готово, все, идем. Втыкаем клинок и идем дальше. Все будет окей, сейчас все сделается. Получилось. Только один клинок раздолбанный. Готово дело. Ну и что? Что там? Вон открылось. Видела, что? Я спускаюсь. Так, а как мне теперь спуститься? А, вот, все. Спускаемся нормально. Мостик появился. Классно, да, что мостики еще появляются потом? Причем он раз и обратно. Я спускаюсь, и мы пойдем сейчас в эту, в рот ему спустимся. Вот придумали, а. Секрет Шамбала. В глотке у этого парня. В глотке Шамбала. Наверное. В подвал идем опять. Наверное, да, Шамбала где-то там. Па-бамс. И что здесь? Подожди, мы так что, далеко спустились? А это где? А, это вот под ним, прикинь. Вот он, клинок этот, кинжал. Одного не хватает. Лучик света бьет, да? Так, что теперь? Давай пробуем, что ж теперь делать-то. Вот так, раз и все. Раз и все, и прошли. Ну, нифига себе, что-то тут зашевелилось. Осторожно, Хлоя, осторожно, отходи. Поразительно, конечно. Чё же, мы зря шли, что ли, с тобой? Мы не зря с тобой гуляли здесь. Хлоя,
я знаю, где это. Где? Вот здесь. Видишь форму этой горы? Слушай, гора, правда, какая-то. Вот она. Форма горы нарисовалась, значит, прикинь, это подсказка только. Сейчас он тебе на спине нарисует что-нибудь. Зарисуй гору, называется. Кабалу должен быть где-то здесь. Ай. Мы нашли его. Нашли. Нашли, только теперь да. Надо будет туда быстрее ломиться, пока никто больше не нашел бы, кроме нас. Если кто-то найдет, значит все. Закрывайте, ребята, обратно. Клинок убирай, все. Момент испорчен. Давай. Клинок забери, ты че? Во, не тупите, ребят. Отсюда есть только один выход. Готов? Готов. Конечно, готов. Итак, единственный выход где-то здесь есть. Ребята, мы его найдем в следующей серии. Всем удачи, всем пока, спасибо за просмотр. Воткните лайк видосику и будем продолжать, ребята, будем продолжать дальше проходить. Все, всем пока.